Дорога, как после фронтового сражения, пугала не только простых автомобилистов, но даже транспортные компании, которые отменили маршрут Нефтекамск-Зубовка и выбрали другой путь до Ижевска. Посреди пути – деревня, в которой проживает всего 30 семей. Но им этот маршрут опасен не только для транспорта, но и для жизни приходилось проделывать на дню не по разу. Каждый день, потому что детей в садик забирать и отвозить надо каждый день. Магазин. То есть любые коммунальные услуги, за свет, за все, короче, получается, каждый день. И не по одному разу бывало, что 2-3 раза в день еще приходилось ездить. Так уж оказалось, что среди жителей депутат местного совета. Она, борясь за права жителей Зубовки, да и за свои в том числе, постоянно оббивала пороги различных инстанций, как городских, так и районных. А в ответ все то же, что и простым людям. Ждите. Третий год уже я депутатом являюсь. Ходили мы очень много и... В администрации были города и во все, вот, Башнефть, Белкамнефть, на автозавод обращались, дорожные службы, в ГАИ везде, как говорится, где можно было только, в прокуратуру, везде мы писали свои сложности, трудности. Поэтому в администрацию Краснокамского района тоже ходили, поэтому мы были везде уже, где только можно было. Остальные жители Зубовки и дачники соседних садовых кооперативов тоже сложа руки не сидели. Ведь без дороги никак. В самой деревне ни магазинов, ни детских садов, ни работы. Так что за всем в город. Несколько лет жители писали жалобы, запросы, звонили президенту республики. То есть получается так, всеобщими силами, можно сказать, мы победили. Да, мы это сделали. ТНТ, спасибо. И вот добились. В этом году на ямочный ремонт из республиканского бюджета выделили 5 миллионов. Аукцион выиграло предприятие «Таныб». И уже несколько дней, как ведется ямочный ремонт. Точнее, даже не ямочный, а полостной. А в следующем году республика уже пообещала выделить 23 миллиона на капитальный ремонт. 10,5 километров асфальта уберут и положат новый. Так что, возможно, по ней скорые автобусы вновь пойдут. И не стыдно будет приглашать гостей из соседней Удмуртии и Пермского края. Наталья Бурова, Дмитрий Кузнецов, информационная программа «Время новостей».